7 апреля в библиотеке имени Фазу Алиевой города Каспийска женский клуб в рамках проекта «Здоровое материнство» провел просветительское мероприятие. Темой послужили детско-родительские отношения. Как отметила руководитель объединения Полина Самылова, такие встречи важны и интересны для участников, где они могут задать все интересующие их вопросы специалистам. Тут очень много информации мы даем про учреждения, которые есть для детского досуга. Например, у нас в городе существуют бесплатные кружки и секции, Дом детского творчества, Центр технического творчества. Также мы привлекаем психологов, чтобы они помогали налаживать контакт внутри семьи. И в первую очередь работаем с мамами, поскольку счастливая мама, счастливые и дети. Первым спикером выступила директор Дома детского творчества Аминат Насрулаева. Она подробнее рассказала о бесплатных 16 детских кружках, возрастной категории ребят и деятельности учреждения. Английский язык у нас есть два педагога. Также педагог, который охватывает три блока. Это клеточная вышивка, вязание крючком. Далее выступила клинический психолог-реабилитолог Мадина Амирбегова. Спикер рассказала о том, как нужно выстраивать доверительные отношения в семье, о важности разговоров с ребенком и многом другом. Естественно, мы воспитываем, так как воспитывают наши мамы, до тех пор, пока мы не простим наших родителей. Есть ли за что на них обижаться? Всегда. Вот всегда есть за что на кого обижаться. Нужно ли эту обиду держать? Нет, конечно. С этой обидой пойдем ли мы в счастливое будущее? Нет, конечно. Формирование основ здорового образа жизни, здоровья ног и правильной осанки у детей рассказали консультант по здоровому питанию Муминат Фаиль и руководитель студии массажа Сабина Алавудинова. После чего состоялся розыгрыш подарочных сертификатов на обучение в модельном детском агентстве «Селебрити». Отметим, что на мероприятии также присутствовали блогер Диана Асанбекова и директор библиотечной системы Мадина Тимирова. Напомним, что все мероприятия клуба проходят раз в месяц и проводятся на бесплатной основе. Присоединиться может любой желающий. Анастасия Колесникова, Амарбек Газиев, новости, телеканал «Среда».